Я всегда говорю спасибо тебе за то, что ты нас радуешь. А мы пойдем на огород. Мы давно с вами на нем не были. Покажу вам, друзья, виноград. Внук ждет. Уже наелся малинки, всего. Уже хочется винограда своего, не с магазина. Это малина. Красный уже наелся, хочется желтой. Желтая она сладкая. Я всегда, пока с вами хожу, провожу вам экскурсию по моему саду и огороду, и цветам. Но именно когда по огороду, набираюсь витаминов. Я надеюсь, что с кем-нибудь с вами мы встретимся. Может быть, с Еленой. Обязательно вам проведу экскурсию. Посмотрим, какой будет период времени тогда. Ну, ничего. Главное, чтобы был мир и жизнь. И показываю вам. О, вернулась опять в эту сторону. Эти помидоры прекрасно подходят для салатов. Они сочные, сладкие, очень вкусные. Я заметила, какие бы вы помидоры с рынка не брали, и в рынке, ну, о магазине вообще не говорю, потому что в основном они срывают и везут зеленое, и оно не сочное все. На рынке то же самое. Все, что готовится на продажу, никогда спелым не вывозится. Какие бы вы ни брали сейчас о помидорах, потому что огурцы пошли уже у нас свои, а сейчас я говорю о помидорах. Какие бы ни брали помидоры, все равно они не будут такие вкусные, когда ты пойдешь и сорвешь сразу с грядки. И еще заметила, если ты с грядки сорвал и положил в холодильник, тоже уже будет не тот вкус. Поэтому некоторые французские рестораны делают у себя на крыше огород. А здесь что-то заболело и уже выздоравливает. Вот. Угу. Ну, пока не будем его трогать. Наша земляника. Есть или нет? Посмотрим. Земляничка уже все отошла. Все. Готовится к следующему урожаю. Вчера я не успевала за детворой смотреть. Все-таки мы не такие быстрые, как они. И вот смотрю. И яблоки любит внук. И малинку, и то, и все. Ну, не успели ему. Ничего. Подрастет. Будет сам бегать уже. Я когда-то любила бегать у бабушки по огороду. Сама то там что-то. Сейчас хочу подойти к нашему помидору 1700. Помним, кто только недавно. Расскажу сейчас, а пока покажу вам. Спеют. Уже есть. Скоро будут не с рынка, а свои. Немножко заболели. Какая-то болячка есть. Надеюсь, что не фитофтора. Но обрабатывать не будем. Не будем, это наша химия, не хотим.